Новогодние праздники – не время сидеть дома. Такой девиз для себя выбрали активные жители Судака. Они отошли от привычных санок, лыж и салазок. Для активного отдыха выбрали не что иное, как надувной водный банан. И выпавший перед Новым годом снег стал идеальной заменой морской глади. Что из этого получилось, смотрите в нашем следующем сюжете. Это водное средство передвижения знакомо многим крымчанам и отдыхающим. Летом на таких надувных бананах катаются сотни людей. Но в этом году судакчане сезон открыли прямо с первых чисел января. Выпавший снег помог в реализации их задумки. Они запрягли банан в квадроцикл и с ветерком прокатились по заснеженной набережной города. Своими впечатлениями они делились прямо во время необычного новогоднего заезда. Но одной поездкой праздничный зимний отдых не ограничился. Дальше судакчан ожидало село Переваловка. На этот раз с собой ребята взяли не только надувной банан, но и другие летние аттракционы. Среди них и так называемые таблетки. На этих необычных средствах передвижения, которые с легкостью заменили привычные сани и салазки, ребята весело крича катались с горы. Екатерина Наумова, «Время новостей».